Фестиваль «Красная гора» прошел в Оренбурге уже в пятый раз и собрал десятки талантливых поэтов. В их числе как заслуженные оренбургские литераторы, так и известные гости из столицы. Главная цель фестиваля – привлечь массы к такому тонкому, но в то же время общедоступному виду творчества, как поэзия. Основное, что мне понравилось в «Красной горе» 2017, это то, что люди идут на наши мероприятия. На вечер нашего классика Юрия Михайловича Кублановского, вы знаете, приходилось нести стулья приставные. Люди пришли сами. Люди пришли слушать поэзию. Вот это замечательно, это основная заслуга. Заключительным мероприятием фестиваля стал творческий вечер в парке «Салют Победа. Сила слова», на котором выступили молодые поэты и музыканты. В завершении вечера на сцену вышел именитый гость из Москвы, автор известных хитов российской эстрады Виктор Пеленягре. Я познакомился с кучей прекрасных поэтов, поэтесс, просто писателей. Я думаю, что такие встречи необходимы для писателей. У меня очень много песен, которые я написал в своей жизни. От Акапулько, да, я вышел на Пикадилли в алфавитном порядке. Вот, но они просят меня исполнить несколько, я, наверное, исполню. Любовь, шампанское, закаты, переулки. Как упоительны в Оренбурге вечера. Первый раз вот я попала на такое мероприятие. У меня прям слов нет, столько эмоций, столько восторга вообще. Оренбург – прекрасный город. Я прям вообще первый раз величину, так звезду такую вижу, знаете, прям слов нет. Проект «Лето в парке» существует в Оренбурге уже 2 года. Встречи с музыкантами, писателями и поэтами, выставки оренбургских художников и другие мероприятия проходят в парке «Салют Победа» каждую неделю. И посетить их может любой желающий оренбуржец совершенно бесплатно. Наталья Богданова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Yeah.